Употреблять наркотики, не заплатив за дозу. Возможно ли это? Да, если стать их сбытчиком. 27-летний Роман Копылов из Саранска оказался в плену запрещенных веществ. Наркозависимость способствовала тому, что Копылов стал фигурантом уголовного дела. В период с января по февраль 2021 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, совместно с 27-летней жительницей Рязанской области, получил от последней с целью хранения в своем жилище и на работе синтетические наркотические средства массой не менее 160 граммов. В феврале прошлого года в интернете на Романа вышел покупатель. Через тайник-закладку в Ленинском районе Копылов сбыл ему около грамма запрещенных веществ. Примерно в это же время, действуя в сговоре с рязанской подругой, 27-летний местный житель расфасовал партию синтетики на 292 свертка, чтобы в дальнейшем сбыть их в столицу Мордовии. Однако полицейские пресекли незаконную деятельность Романа и его подруги. Прокурор в суде запросил для Копылова 13,5 лет лишения свободы. Фемида признала наркомана виновным, но наказание вынесла чуть мягче. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Соучастница преступления 25-летняя Дарья Брусова из Рязани была осуждена осенью прошлого года. Ее дело рассматривалось отдельно. Она пошла на сделку с правосудием, за что получила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в отношении Копылова в законную силу пока не вступил. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».